Будь готов, всегда готов. 19 мая исполняется 100 лет со дня рождения пионерской организации. Несколько поколений школьников нашей страны с гордостью носили значки с профилем Ленина и главный символ – красные галстуки. Во дворце творчество детей и молодежи прошли праздничные мероприятия, посвященные вековому юбилею пионерии. Руки и сейчас помнят, как повязывать красный галстук. Заслуженный учитель России Евгений Шестернинов вспоминает, как его принимали в пионеры. Детство в красном галстуке провели миллионы советских школьников. Я помню, как мы держали галстук на руке, как мы волновались, как мы повязали его, как у нас это все, вот каждая клеточка в организме вся чувствовала этот процесс, как-то это все было трепетно, волнительно. Это пионерская организация, которая имела самые добрые законы. Это пионерская организация, которая имела свою прессу, печать, книги, фильмы, лагеря, пионерские дружины. На торжественной линейке в день столетнего юбилея своей организации собрались пионер-вожатые разных поколений. Как и много лет назад, линейка начинается с гимна «Взвейтесь кострами синей ночи». Затем церемония вручения почетных грамот и юбилейных медалей. В минуточку. Будь готов. Всегда готов. Стенгазеты, горны, барабаны, знамена. Все эти символы Всесоюзной пионерской организации теперь экспонаты музея во дворце творчества детей и молодежи. Современные школьники, чьи родители в большинстве своем были пионерами, кстати, часто его посещают. Начиналось все с начальной школы с октября, потом в 3-4 классе принимали в пионеры, потом лет с 14-15 принимали в комсомол. Я сейчас состою тоже в молодежных движениях из серии российского движения школьников, которая тоже в чем-то в задачах своих совпадает с пионерией. Сегодня вход на концерт во дворец творчества детей и молодежи строго в красных галстуках. Бывшие пионеры и вожатые с ностальгией, теплотой вспоминали свое пионерское детство и юность. Единой всесоюзной организации нет уже больше 30 лет. Но красный галстук для тех, кто его носил, это не просто история, это часть жизни.